Кировский районный суд направлено уголовное дело 35-летнего хабаровчанина, занимавшегося розничным распространением наркотиков. Причем в зону его интересов входили не только тяжелые синтетические вещества, но и дурман растительного происхождения. Схватили дилера после того, как он сделал в Краснофлотском районе 3 тайника с разовыми дозами гашишного масла по половине грамма каждая. Фигурант дела – уроженец Амурска. Перебравшись в Хабаровск, он снял квартиру на улице Калинина, где жил со своей дамой. Тут же он и готовил закладки. Пройдя нехитрую процедуру подпольного трудоустройства, курьер быстро втянулся в работу. Сотрудником он оказался весьма продуктивным. За день успевал делать до 3 десятков тайников. Так продолжалось 3 месяца. Показывайте, что у вас есть. Не знаю, содержимое его. Думаю, это наркотическое вещество. Вот это. Сейчас, подождите, не торопитесь пока. Все по порядку. Во время обыска в квартире опергруппа обнаружила как синтетические наркотики, так и растительные. Последних, кстати, было больше. Во время обыска в квартире обвиняемого полицейские изъяли 43 свертка с гашишным маслом весом более 25 граммов. Также изъято около 2 граммов мефедрона, специализированные весы, полимерные пакеты, банковские карты и другие атрибуты для фасовки и упаковки запрещенных веществ. В 2003 году злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон. Денежные средства от сбыта наркотиков являлись его основным источником дохода. Предыдущие проблемы с законом для мужчины с заключением в колонию не закончились. Сроки были условными. Сейчас же, очевидно, на свободе он не останется. За решетку горожанин уже попал. До вынесения приговора он будет жить в СИЗО. С места происшествия Ольга Горбунова по материалам городской полиции.